Итак, для того, чтобы сочетать цвета, можно использовать абсолютно разные ткани разных расцветок, комбинировать их. Можно сделать нижнюю часть одним цветом, верхнюю часть другим цветом. Но дело в том, что у меня повязка будет для мужчины, и единственный более-менее подходящий цвет ткани – незамысловатая полосочка. И именно из этой полосочки я буду шить саму повязку. Так как моя предыдущая выкройка осталась на столе, она превратилась вот в такую незамысловатую раскраску, поэтому будем составлять новую. И что мне первым делом нужно сделать, это сложить лист пополам. Расстояние здесь должно быть 11 сантиметров, расстояние по высоте 10 сантиметров. И на переносицу мы отмерим 6 сантиметров. И теперь нам нужно построить сначала такой вот прямоугольничек. И уже по этому прямоугольничку наметить, скруглить как-то края. Если будете делать для девушек, то можно, в принципе, не оставлять на припуске для швов. Если для мужчин, то все-таки немного оставить на припуске для швов. Все, и сейчас наша задача это все вырезать. Кстати, если хотите еще больше упростить вашу задачу, то вы можете просто приложить лист бумаги к компьютеру и срисовать ту форму маски, которая вам понравилась, и потом выкроечку на бумажную приложить к лицу. Это будет самый простой вариант. Сейчас у вас получилась выкроечка, вы можете приложить ее к лицу и посмотреть, подходит ли она вам. Как я буду собирать, сейчас я вам покажу. У меня с одной и с другой стороны будет одно и то же. Поэтому, скорее всего, у меня будет вот так вот, два слоя. И внутри мне нужно будет проложить синтепоновую подушечку, чтобы это все было помягче, приятнее. То есть у меня две части ткани лицо к лицу будут лежать. По полосочке они у меня должны быть выровнены. Сверху я накрываю кусочком синтепона. И сверху у меня должна быть вот такая вот выкроечка. Примерно вот так. Чтобы ткань не ерзала, я скалываю выкроечку с тканью с помощью иголочек. Мне нужно будет обвести. Помимо всего этого, мне понадобится достаточно широкая резинка. У меня она 3 сантиметра. И она достаточно мягкая, эластичная. Во-первых, я отмеряю расстояние по задней части головы. Сколько мне примерно нужно для комфорта. Примерно вот столько. 42 сантиметра. Теперь мне нужно выкроить полосочку ткани. Для этого мне нужно сшить вот такую вот полосочку, которую я потом выверну. Чтобы это сделать, мне нужно просто проутюжить и сшить на расстоянии 3,5 сантиметра. Я рекомендую прежде заутюжить ткань. И я решила просто приложить вот так вот резиночку, обвести ее карандашиком. А прострачивать я буду не по этой линии, а отступив еще несколько миллиметров, чтобы нам хватило на толщину резинки и на то, что мы будем выворачивать ткань. Также для удобства я срежу лишнее примерно на расстоянии 1 сантиметр от края бумажной выкройки, чтобы мне не мешала лишняя ткань. Я сняла бумажную выкройку и вновь закалываю иголочками. И нам нужно еще сюда вшить будет резиночку. Сделать закрепочку и шьем дальше. Так, я прошила. Посмотрите, на каком расстоянии. Вот у меня резиночка. И везде сделала закрепочки с одной и с другой стороны. Сейчас мне нужно срезать лишнее. Я прошила второй раз по этому же шву и срезаю, буквально оставляя 2-3 миллиметра, чтобы когда я выверну на лицевую сторону, у меня не было никаких выпуклостей, бугров. Соответственно, это будет меньше давить на саму голову. Будет комфортнее в этой повязке находиться. И мы выворачиваем ее на лицевую сторону. Для этого я на одном краю закалываю булавку, и мне нужно этой булавкой нырнуть вовнутрь.
что у меня получилось в итоге. Сейчас мне нужно это все дело разутюжить, и с помощью булавочки таким же образом я туда загоню резинку. Я проглаживаю утюгом всю эту ленту. Потом, после того, как я прогладила утюгом, я вгоняю туда с помощью булавки резинку. Полосочка ткани у меня была подлиннее, и за счет того, что я делала резиночку, у меня эта полосочка ткани сложилась в гармошечку. Но когда я буду растягивать резинку, соответственно, и полосочка ткани тоже будет растягиваться. Сейчас мне нужно будет сделать закрепочки на машинке с одной и с другой стороны, и потом я буду пришивать к маске. Итак, что мы делаем дальше? Значит, вот наша масочка, вот с закрепочками резиночка. Мы нашу масочку раскрываем. Сюда мы вкладываем резиночку. Вот так вот. Вот здесь вот. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть вот так вот. То есть вот здесь и вот здесь вот у нас будет проходить резиночка. И сшивать мы будем вот здесь вот, сделаем мы закрепочки, сошьем все, и через эту дырочку будем вытаскивать, выворачивать всю маску. Мне нужно булавочкой вот здесь вот сколоть, где у меня будет вот эта вот резиночка. Все, теперь наша задача сшить и вот здесь вот поставить закрепку, прошить и здесь поставить закрепку, и потом все вывернуть. Итак, я сделала закрепочку, прошила и сделала еще одну закрепочку. У меня получилось отверстие, через которое мы будем выворачивать всю маску. Ну, для начала мне нужно срезать все края масочки. Чтобы масочка не топорщилась в районе носика, мы должны сделать насечки до самого шовчика. Вытаскиваем сначала резиночку и выворачиваем саму масочку. Вот такая масочка получилась. Теперь ее нужно хорошенечко отутюжить, чтобы она была ровненькая, и зашить потайным швом вот этот вот краешек.